20 минут для прокачки своей финансовой грамотности стартовал «Финзачет». Он проходит онлайн до 29 октября, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Желающие его сдать могут выбрать возрастную категорию и один из двух уровней сложности – базовый или продвинутый. А еще можно подключить всю семью и пройти зачет командой. Темы зачета – личный бюджет, предпринимательство, накопление, банковские продукты, инвестиции, мошеннические схемы и не только. Те, у кого будут лучшие результаты, попадут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победители олимпиады получат льготы при поступлении в вузы. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки приглашает жителей принять участие в опросе и высказать свое мнение о мерах социальной поддержки медицинских работников города. Результаты опроса позволят повысить качество работы. Опрос анонимный. Итоги видны организаторам лишь в форме обезличенных статистических данных. Для участия в опросе необходимо авторизироваться через госуслуги. Опрос доступен по ссылке, размещенной в телеграм-канале департамента. Администрация Красноглинского района напоминает о том, что продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. Обратите внимание, что с октября 2024 года внесены изменения. Дети-инвалиды участников СВО обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Какие документы нужны для постановки в очередь, смотрите в карте, размещенных в телеграм-канале. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.